Всем приветик! Сегодня 23 апреля. В Техасе только что промчался такой град сильнейший. Начался, как говорится, нежданно-негаданно. Просто так полил. И начал падать. Обычно же такие огромные куски. Это уже растаял, я не успела, потому что был такой сильный дождь. Я пыталась сфотографировать. Но они были вот такие фигурчатые. Град был очень такой вот. И там очень острый, если кто-то концы. То есть, если кто-то... вот, смотрите, это вообще какое-то животное, да, свинка или кто тут. Если кто-то в это время был по дороге, если вот такие вот в стекла валились, куски града, они же острые, они могли конкретно поранить людей, потому что могли разбить стекло. Я вот очень хотела сфотографировать все, но не успела. Во-первых, вышло, меня все облило. То есть первый раз я пропустила, но у меня есть видео, я его сейчас выставлю. Видео, которое я только успела, как град полил сильнейший. Потом, пока я выбежала на улицу, одела себе шлем на голову, чтобы мне по башке этим градом не дало хорошо. Вот. И вся намокла. Вот пока. И вот я хочу собрать, показать, какой был все-таки град. И какие интересные фигурки. Вот. Они довольно-таки очень острые. И я такого еще просто не видела. Вот смотрите, это что, вишенка какая-то, да? Смотрите, вишенка. Вишенка. Это такая вишенка просто попадет на кому-то в стекло. Она пронзит прямой наводкой. Тебе прямо куда-нибудь. В общем, такие вот интересные. Я не знаю, что это связано, но вот он вот такой. Тут разные фигуры. И они вот такие вот интересные. Я таких еще не видела никогда. Вот смотрите, какой град. Сейчас дождь немножко перестал, и я вышла, но он уже почти все потаял. Я пытаюсь сейчас быстренько все собрать. Ну, вот вообще такие интересные. Смотрите, как будто что это. Очень интересные фигурки. И я их рассыплю и покажу. Ну, тут вот два каких глаз, а тут вообще как интересно, да? Я еще кто-то видел вот такой град когда-нибудь? Я не видела никогда такого града. Он довольно-таки интересный. Сейчас, пока оно не растаяно, сейчас я пособираю. Ну, дождь очень быстро уже и закончился. Он полил конкретно. Столько. Он просто лил. Вот сейчас вот этот подниму, интересный вот. Самое главное, что у всех вот такие острые концы. Если кто в это время просто ехал на дороге, дай бог, чтобы все было хорошо, чтобы никто не пострадал. Это просто мое мышление, что я так подумала, что может такое случиться. Но а вот это как, какой кругляшок интересный, а? Изумрудик, только белый. А, не изумрудик, как бриллиантик. Изумрудик-то. А это вот вообще какой, как крест, что ли? В общем, интересно, довольно-таки интересно. Я еще не видела таких вот такого града. Он обычно такими глыбами падает. Огромный. А я буду сейчас пытаться ходить и показывать. Конечно, может, это вам будет не очень интересно так долго ходить и смотреть каждую градинку. Но они, ну вот, мне придется их просто все выложить. Но, ну, очень интересные. Смотрите, все какие-то с заострением, да, фигурки. Ну, это какая-то даже... Что, на черепашку похоже? Вот оно ползет, да? Очень интересные фигурки. Очень интересные. Но... О, вот это вообще огромное. Это же уже стоило растаяло. А какой же он был? Все-таки он был огромный. Это вот начало все таять. Интересно, такие довольно-таки интересно. Вот. Сейчас еще интересные пособеру и выкину. И хочу, чтобы все посмотрели, какой он. Это уже... Я повторяюсь, что-то уже растаяло все. А какой же он был? Огромный. Я боялась, видите, чтобы мне по шарабану не дал хорошо. Пока нашла какой-то шлем. Град прошел, но дождь лил. Вот. Вот их было полно. Сейчас я иду сюда. О, вон сколько здесь. Вот он полно. Вот здесь я сейчас пособираю его. В моем кусте розмарина, кусте. Да. Хотя уже пора все фотографировать, потому что пока я буду собирать одни, так другие будут растаивать. Сейчас я повысыпаю их. Тут у меня разные тарелки. Ну-ка. Сделаем вот тут вот. Здесь может быть. Ну, сейчас я... О, ну, это здесь толком ничего не видно. Интересно как-то. Ну, куда мне поставить его, чтобы было видно? Ну, он тает просто и все. Тает, тает, тает. Уже 4 минуты я вам рассказываю, это очень долго. Пора уже и прекращать. Опять дождь вроде как усиливается. Я его сейчас вот здесь вытащу, эти кусочки моего града.
перед моими цветочками. Это вербену я посадила. Вербена. Вот какой град интересный. Сейчас я буду показывать. Ну, получается, оно уже все потаяло. Но он довольно-таки острый. Вот. Все, уже все. Вот это вообще какой интересный, да? Кто это такой? О. Кто это такой? Короче, все тает. Неудачно я все положила. Положила на землю, она начала все подтаивать. Очень интересно. Интересные фигуры. Очень интересные. Ну, в принципе, вот и все. Дождь. Град закончился. А это вообще такое. Если вот такая звездочка бы попала кому-то. О май гад. Вообще такие острые были. Даже не знаю, показать. Ну, в принципе, и все.